Так, что такое женское счастье? Мы сегодня об этом говорили очень много, но все-таки резюмируем, наверное, да, что женское счастье – это очень, во-первых, индивидуально для каждой женщины, для одной это семья, дом, очаг, для другой это карьера, и быть полностью счастливой, мне кажется, невозможно. Самое главное, как правильно сказала Натали, что счастье – это движение вперед, возможность двигаться вперед. Вот это, мне кажется, счастье, да? Да, очень интересная сегодня была беседа. Что такое женское счастье? Оно состоит, оно не конечно, оно из маленьких. Маленьких, состоит под счастье. Да. Открывайте себя, открывайте людей, открывайте мир, и это очень огромное, большое счастье. Мечтайте, открывайте свои мечты, открывайте свои потребности, открывайте свои желания. Будьте самим собой. Будьте счастливы. Да, мы всем желаем большого счастья.